freestduck.ru представляет. На чемпионате Европы травмировал ногу. С тех пор не выступал. Можно ли сказать, что уже залечил травму и готов выйти на ковер? Не, еще не готов. Я вот только начал тренироваться. Я еще буду к Ярыгинской уже готов. Ну, как ты себя чувствуешь? Нога как? Сейчас уже потихоньку в форму хожу. Уже начал полноценные тренировки делать. Ага. Ну, чуть страх есть, чуть болит нога. Так полностью не могу вылаживаться. Ну, ты сделал операцию на Минск. Не слишком ли долго это? Ну, и, да, я сделал на Минск. У меня передние и задние. И крестообразные связки, у меня частичный разрыв. За это чуть долго. Ну, врач так сказал, не за это долго. Оперировать не надо было по поводу крестообразности? Да, не надо было. Ну, сказал, закачивать можно придумать. Со следующего сезона ты намерен бороться в категории до 86 килограммов, так? Еще неизвестно. Посмотрим вес. Если как сейчас будет вес, наверное, буду бороться. Сейчас у меня вес 85-86 килограмм. Да. Если такой же вес будет, буду бороться 86. Какой бы ты в идеале вес вот, ты хотел бы, чтобы у тебя был, чтобы на 86 бороться? Вот это вес хватало бы мне. 86-85, да. Ну, ты набрал за этот период какой-то вес. Как набирал вообще? Диета? Больше кушать стал? Я качался все время. Как травму получил, я всегда ездил на сборы, работал. Ага. Качался, за это вес набрал. А что-то в питании изменил? Ничего? Ну, говорят борцы, что когда качаешься, скорость теряешь. Ты сейчас не заметил во время тренировочных схваток, во время отработки? Потерял скорость? Да, у меня чуть, да, у меня есть страх за ноги, чуть боюсь тоже. За это тоже я не могу полностью вылаживаться, но потерял чуть. Двукратный чемпион мира в весе до 79 килограммов Кайл Декс, которому у тебя счет по схваткам 1-1, переходит в категорию до 74 килограммов. Как ты думаешь, кто победит, Дейк или Джордан Барроуз? Я, если честно, думаю, Барроуз выиграет. Барроуз выиграет? Да. А чем он сильнее? Ну, там еще вес надо гонять еще. И, ну, я думаю, Барроуз. А в весе до 86 килограммов кого из зарубежных борцов считаешь главными фаворитами олимпийского турнира? Ну, там американец и Иран. Ага. Ну, есть там еще неплохие, вот Шабану есть, Олешка, еще вот Сан-Марино. Ага. Есть там неплохие ребята. Ага. Ну, там самый главный, вот, это двое, иранец и Америка. Ну, а с Америки не знаю еще, кто будет там. Ага. Говорят, этот Кокс тоже хочет 86. Ага. Тейлор или Кокс, из них один, и я с Дани. Хорошо, Тейлор или Кокс? Я думаю, Кокс. Кокс, да? Да. А Кокс или Яздани? Ну, если Яздани не устанет, я думаю, Яздани может их обыграть. Он на мире тоже Тейлора выиграл 6-0, что-то устал он, влезет в борьбу. Какие ближайшие планы? Ну, сейчас готовиться, наверное, буду где-нибудь бороться, не знаю, может, до Ярыгина сделаю где-нибудь старт. Видно будет. До конца года осталось всего ничего. На каких-то есть Аланы турнир, есть Андиевский турнир, есть, по-моему, Кубок Ауроса был. Больше турниров нет. А где еще? Наверное, если меня поставят, хочу Кубок Ауроса там. Да? Да, если поставят меня за команду там. Так, Аланах вряд ли, я еще не готов, у меня еще страх есть. Вот сегодня второй раз делал схватку, еще в Хасавюрте делал, и здесь все равно не идет борьба, страх, боюсь еще.